Уважаемые коллеги, Андрей Драгомирович, друзья, я очень рад, что у меня есть возможность от имени Законодательного собрания Ленинградской области «А Россия сильна регионами» приветствовать своих давних партнеров. Нас с Академией с 2009 года связывает соглашение о сотрудничестве. Сейчас в настоящее время находится в проработке его модернизации с учетом тех реалий и новых задач, стоящих перед Россией. Но перед этим я хотел бы выполнить поручение председателя Законодательного собрания Сергея Михайловича Бебенина, потому что, как принято в приличном обществе, когда проходят большие мероприятия, мы не должны забывать о наших друзьях. И памятный адрес я, естественно, имею. Не злоупотребляя вашим вниманием, я не буду его зачитывать. Поверьте мне, здесь есть все то, что связано с нашей сегодняшней повесткой. И мы искренне уверены, что тот тренд, та задача, которая стоит перед нами и экспертным сообществом, и вузовскими коллективами, и органами государственной власти, можно решить только в совместных усилиях. Я представляю Ленинградскую область. Вы знаете, что регион успешно развивается в партнерстве с нашей большой агломерацией Санкт-Петербургом. И я искренне уверен, что те задачи, которые сегодня стоят перед Россией, тот разворот глобальному югу, что подтверждается составом и участников сегодняшней конференции, является мировым трендом. И, как сказал мой коллега по федеральному парламенту, мы сегодня от полярного мира строим новую конструкцию мироустройства, в котором есть самое главное – уважительное отношение к партнерам, учет национальных интересов и в условиях вхождение в мировую политику все новых и новых цивилизаций, Россия, как особый вид цивилизации с вековой историей, в состоянии решить те большие вопросы, которые перед нами стоят. Поэтому, завершая приветствие, закончу словами Сергея Михайловича. Искренне желаю всем участникам форума плодотворного общения, здоровья и успехов во имя общего блага, усиления роли России в формировании нового миропорядка. Успеха нам, друзья!